Я считаю, что это абсолютный бред. Сковывать человека, планеты, ограничивать его в передвижении всего лишь только потому, что там наверху играют в большую политику, замешивают в это ни в чем невинных артистов. А про футболки я вам хочу сказать, ну это опять же пиар-ходы, это работа продюсерской деятельности в основном.